Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Сегодня праздник, 8 марта. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех женщин с этим праздником. И специально для вас я подготовил вот такой вот интересный виджет, с помощью которого при наведении мыши на текст можно добиться вот такого вот эффекта. Данный эффект можно гибко настроить, задать ему амплитуду, цвета и другое. Давайте перейдем в Adobe Muse и рассмотрим настройки данного виджета. Из библиотеки виджет я перетаскиваю на холст. Сразу давайте посмотрим настроечки. Первое поле — текст. Вы здесь пишете текст тот, на котором вы хотите видеть данный эффект. Написали текст, нажимаете Enter. Дальше текст size — это размер текста. Давайте немножко убавим, сделаем 50. Соответственно, ниже текст color — это цвет текста. Видно, что белый. Давайте какой-нибудь другой цвет попробуем. И сразу же ниже фонт — это шрифт. То есть, смотрите, если перейдем в инструмент текст, воспользоваться, значит, каким-то шрифтом, просто название. То есть, если вы здесь добавляли какие-то шрифты в Muse и хотите данный шрифт применить к данному виджету, вот, например, у меня есть робото шрифт, то есть я беру, просто выделяю, удаляю и пишу робота. И нажимаю Enter. И шрифт меняется моментально. Немножко его подубавлю. Дальше. Вот это идут настройки вот этого как раз эффекта. Первое вот это поле — ширина среза. Следующее, второе поле — амплитуда и частота. Но чтобы лучше понимать, за что отвечают те или иные опции, нам нужно сразу протестировать, посмотреть. Например, первое — максимально можно выставить 10. Если выставлю 11, автоматически подставляется 10. И давайте сразу будем смотреть. Так мы будем лучше понимать, за что отвечает та или иная опция. Переходим в браузер. И видим, что это дает. То есть, как было. И вот такой вот эффект. То есть здесь можно тонко настроить так, как вам это нужно. Амплитуда, например, поставим 30. То есть у нее будут изгибы такие довольно-таки большие. Давайте посмотрим. То есть что вот было, да, чуть-чуть поднимается, что выходит даже за края. И, соответственно, нижняя опция, например, поставлю 10. Сразу идем в браузер, то получается вот такая вот вещь. Очень интересный эффект. Соответственно, внизу у нас идут color настройки. Мы можем задать любой цвет каждому из фрагментов вот этого анимационного эффекта. Здесь уже вы смотрите, как вам больше тут нравится. Задаете эффекты цветов. То есть вот эти эффекты, да, которые возникают при наведении мыши, мы можем менять цвета. Вот, в принципе, и все об этом виджете. Данный виджет вы сможете скачать на моем сайте. Ссылочка будет под этим видео. Увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse, без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы? Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в 2 клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств. Несколько вариаций мобильных меню. Уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом и многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту.
Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто.